Всем добрый день. Цвет настроения джинсовый. Привет. Аллилуйя. Мне позвонили из этого и сказали, что мой ноутбук готов. Но это, наверное, после того, как муж сегодня утром опять съездил и ставил им люлей. Вот. Не знаю, что там с ним было. Но он наверняка какая-нибудь фигня, но так как они его не смотрели. Блин, это идет. Сейчас пройдут. Вот. И что хотела сказать. Сейчас я в Лидл заеду. Мне нужно порошок купить. И еще что-то. А что, я не помню. Но по дороге вспомню. В общем, надо заехать. И поеду уже за ноутбуком съезжу. И, наверное, опять часа 4 буду опять все программировать. Блин. Дай-ка, маму. Маму. Потому что 100% они все это стерли, все мои эти программы. И опять буду 4 часа, блин, все это восстанавливать. Вот это все больше всего меня бесит. Твою дивизию. У нас так, знаете, с моря идет туман. Вода, море холодное, вода, а тут жарко, вода испаряется, и поэтому получается такой, как облако, туман. Вообще как-то странно вести влог, когда не загружала 2 дня. То есть мне хочется как-то, знаете, как будто общаешься ни с кем. То есть когда каждый день выкладываешь влог, то это идет общение как бы, ну, живое, да? Ну, в общем, вы поняли, какое-то чувство, как будто я разговариваю ни с кем. Вот так. Смотрите, видите, как у нас там все белым-бело? Вот. Ладно, поехала в Лидл. Буду вспоминать по дороге. Ну, тут не, он у нас внизу в Лидл. Буду вспоминать по дороге, что мне нужно купить. Машина не помыта. Но не я одна такая. Они все такие, Чарли, бен сувы. Менга сувы. Чарли. Видите, как он мне подчиняется. Гаден. Давай. Сувы. Та-дам. Что у меня там? Правильно. Компьютер. Вы знаете, я сглупила. Я купила мороженое. Забыла, что мне нужно забрать компьютер. И вот бегом-бегом, не знаю, мне кажется, оно уже растаяло. Посмотрим. Мочал-мочал, начнем все сначала. Пипец. Грузил-грузил, 3 часа сидела день назад. Сейчас опять будем грузить твою дивизию. Спрашиваю, ну и в чем дело было? Типа... Система, что-то там непонятно, или вирус, какой вирус, блин, за 3 часа мог проникнуть. Тем более у меня в сети антивирус, везде антивирус. В общем, буду опять грузиться и кушать пойду сейчас. Я там купила себе рыбку, сейчас, короче, загружу и вам покажу. Как вкусно рыбка пахнет, я купила себе рыбку сегодня, такая она уже со всеми делами. Полуготовая, пахнет вкусно. Вот. 2,5 минуты в микроволновке, и она готова. И гаспачо. И все. Такой вот у меня обед. Пока все скачивается, все там перекачивается. Я буду кушать. И чай сейчас поставлю. Чай попью. Купила черешню. Еще. Такая вот черешня пикота называется. Она разница мне, но вот это более вкусная, созревает попозже, и ее рвут вот без хвостиков. И, естественно, свои жирные персики, которые я обожаю. Ням-нямка. Мне же кушать. Вот эти, кстати, яблоки обалденно вкусные. Вот этот сорт какой-то амброзия. Надо же. Вот. Так что... Всем приятного аппетита. Рыбка и гаспачо. Вот чем я занимаюсь. Это второе видео за этот день уже. Представляете? Решила намонтировать всего до всего, чтобы оно было. А вообще у нас сегодня, во-первых, праздник Святой Кармен, который будет вечером. Я думаю, что мы поедем посмотрим. А еще у нас сегодня с мужем годовщина.
Представляете? 9 лет как женаты. Вот. Свадьбы как таковой у нас в принципе и не было. Я, знаете, человек из той категории, девушка, наверное, что никогда в жизни не мечтала о какой-то свадьбе, о белом платье, хотя замуж выходила в белом платье, но не свадебном. У меня не было мечты вот такой вот сидеть, чтобы мне все кричали горько. Я вообще человек, который не люблю к себе абсолютно никакого внимания. Мне не нравится, когда ко мне привлекается особое какое-то внимание. Когда меня поздравляют с днем рождения, мне это не нравится. Когда меня хвалят, мне тоже это не нравится. Я не знаю, почему. Я человек такой, что вот чем меньше ко мне я привлекаю внимание, тем лучше. И свадьбы как таковой, я просто себя не представляла сидеть в центре стола, как кукла, и чтобы все вот так вот смотрели на меня, кричали горько, поздравляли, я бы, наверное, с ума сошла. И я вот не знаю, вот люди, допустим, как, может, девушки мечтают белое платье, еще мне, вот, знаете, очень бесит даже, скажем так, что когда говорят, каждая девушка, тихо, там муж идет, должна надеть белое платье, она должна быть невестой. Девушка никому ничего не должна, ни девушка, ни мужчина, ну если только банку, если взяли деньги в кредит. Вот когда должна, ничего, у меня никогда не было такого желания, чтобы побыть в белом платье, в свадебном. Вот, я его исполнила. Я, знаете, если что, и думала, что я выйду замуж, и вот деньги, которые мне подарят, все равно же родственников надо у нас в России собрать. Хорошо, что их у меня здесь не было. И они мне надарят подарки, и я на эти деньги поеду отдыхать. Но так как здесь у меня родственников не было, собирать некого было, и свадьбу мы не отмечали. Как? Мы в ресторане посидели, у нас было 4 человека, поели обычно, пошли, сходили в караоке, и вот так у меня прошла свадьба. Все, никакого у меня не было такого, что до свадьбы и после свадьбы, да, ничего не изменилось, потому что уже жили с мужем где-то 4 года, наверное, или 5. То есть это просто была формальность, и я никогда не мечтала о свадьбе вот такой вот пышной. И нет у меня никакого сожаления, что у меня не было такой свадьбы. Вот, это немного вот вам рассказала про свадьбу. Есть какие-то фотки, но они абсолютно обычные. То есть нету никакого-то там шикарного, не знаю. Мне все это не нравится, мне все это не хочется и не хотелось, поэтому вот так. И у нас даже есть своя традиция. Она в этот день мы всегда, знаете, что делаем? Ругаемся. Так что вот так. Семейная традиция у нас есть. Я уже приехала на пляж, в порт. Ой, я хотела услышать, как поют. Там поют наши родственники. У них есть, господи, как он, не ансамбль, а группа такая, что ли. Они поют такие испанско-национальные песни. Ну, на всяких свадьбах и вот таких праздниках. Ну, не знаю, сегодня шторм опять, штормит море. Поэтому не уверена, что на лодке эту святую будут катать. В общем, ее сейчас служба была в церкви. Эту святую Бирхен сейчас понесут вот так по улице. Потом посадят в лодку и будут по морю катать. Сейчас посмотрим. Видите, сколько народу. Здесь вот церковь есть. Такая пляжная, портовая. Потому что Бирхен дель Кармен, это она защитница всех моряков. Сейчас посмотрим. Мне не хочется быть невоспитанной и лезть туда вперед, но надеемся, что отсюда все увидят. В принципе, у меня есть видео с прошлого года, дословно, так скажем, и, как это сказать-то, подробное видео, поэтому, если хотите, можете посмотреть.
племянники мужа, там сестры, братья. Дороги поведут, понесут. Ой, а я прям по центру, как фотомодель. Все, они там поют. Я, в принципе, самое важное посмотрела. Сюда пойду. Смотрите, у нас какие кораблики приплывают. Белые кораблики, чтобы вы поняли масштаб. Маленький такой кораблик. Он ездит, плывет, ездит в Африку, в Африку. Африка. Видите, какой большой. Дядечка там ходит. Сейчас хочу показать, хотеть на пляж. В общем, вот тут ее вот так понесут, понесут, понесут. Ну, это, знаете, так длится долго, часа два, наверное. Они пока встанут, попоют. Я так куда ждать не буду, я не особо такая, как бы сказать, верующая, да, чтобы, нет, ну, я верующая, я верю во все, но не вот, вот эту святую, как бы, не знаю, и чтобы стоять там и ждать столько времени на жаре, хотя прохладно, ветер дует. Это уже часть порта здесь, или порта, как он называется, рыбу, это вот часть, где рыбу ловят. И вот тут ее продают, кстати, утром, рано утром, в 6-7 часов. А та вот часть, там эти туристы плавают, туристы. А саму, и к чему я это? К тому, что здесь воняет. Воняет сильно. Тухлой рыбой. И вот ее привезут сюда. Видите, здесь уже народу сколько. Вот на этих лодках, видите, там в море лодки. Это вот часть порта, она вот так ограничена. Видите, все эти маленькие лодочки потом будут выгуливать эту святую вдоль берега. И так этот праздник во всех городах прибережных, набережных, прибережных. Вот так. Я не знаю, на какой лодке ее повезут. В прошлом году была большая какая-то. Так. Может быть, вот на той, она самая красивая, красиво украшена. Смотрите, как страшно. Я вот боюсь вот этих бордюров без штук таких, которые можно свалиться. Потому что потом здесь будет народу не протолкнуться. Мы в прошлом году стояли прям вот тут, потому что ее в лодку сажают вот тут с этой стороны. И мы стояли прям вот тут вот. И было довольно-таки страшно. Вот тут. Мы на лодочке катались. Вот. Там вдалеке полиция. Вот видите, говорят, здесь ее. Ну да, в прошлом году то же самое было. Но это часика через два все это будет дело. Я, естественно, не буду ждать. Смотрите.
мидий. Маленькие вот такие лодочки, большие сейчас приплывут. Чтобы вот для них это праздник. Хотя сегодня не праздничный день, сегодня все работают. Но отмечают все этот праздник. Не знаю. Душно. А я пойду домой. Все интересное посмотрели. Себя показали. У меня очень сильная аллергия опять на глазу. Поеду к моему Чарли, потому что сегодня на пляж поехал, начали стрелять. Он побежал к чужой тете, начал к ней вот так шкрябаться, чтобы она его взяла на руки. Она такая, ой, бедненький. Даже описался. Я быстрее бегом домой. Вот так вот боится всех этих стрелялок. Я тоже дура поехала на пляж. Время было раннее, ничего не обещала, что будет таких стрельба. Ну, а сейчас тоже начнется. Ну, у нас там дома не сильно слышно, поэтому... Так вот, товарищи полицейские стоят везде. Ладно, иду домой. Приготовила себе ужин, черешенка. И буду с вами прощаться до завтра. У меня здесь лежит этот сумка от компьютера. Чтобы не убирать на всякий пожарный, вдруг что-то опять произойдет. Вот, буду с вами прощаться до завтра. Всего самого наилучшего. Увидимся с вами завтра. Если ничего не случится. Всем пока-пока.